Вокзал в Орех-Оряховец. Полицейский спросил, проверил документы вон у того чувачка. И дальше пошел такой небольшой вокзальчик. А, на улицу, да? Ну, там другой вокзал. А, там еще один вокзал, что ли? Пойдем. О! Давай. Я не буду с тобой. Не будешь? Это твоя вода? Да. Сейчас я возьму. Так, оказывается, это не наш вокзал. Покидаем его, идем дальше. Что здесь еще за вокзал может быть второй? А, вот здесь, наверное. Спроси. Это международный? Закарей. Закарей. Ту вот это. Международный. Международный вокзал. Бухарест. Бухарест. О, не. Не дошел. Истанбул. Истанбул. А Бухарест где? Бухарест. А на стол туда он будет сколько лет? Здесь. Солун. Вот он поезд. А, ага. Билет, и тикет. А, билет покупать. Билет покупать. Да? Да. Да. А, вот, билеты за... А, вот здесь вот. Ага, да. Все понятно. А, спасибо. Спасибо. Он хотел объяснить, где поезд приезжает. Билеты на международное сообщение. Так это тот же вокзал, просто обойти надо по кругу. Ну, да. Там здесь полиция у нас. Здесь билет. Добрый день. А, по-русски понимаете? А, на Бухарест, да? Два билета. Да, вот сейчас, который будет в 1:05. Сейчас. Два билета. Да. Сколько будет стоить? 26. 26 левов, два билета до Бухареста, друзья, из... Орех-Оряховец называется это место. Орех-Оряховец у нас находится. Паспорт надо. Так, ладно, друзья, попозже на связь. Смотрите обзор того и двигаемся в солнечную Калифорнию.